В общем, я согласен с тем, что не в деньгах счастье, и я согласен с тем, что деньги могут испортить людей. Но смотреть на свою деятельность, исходя из этих установок, это значит не видеть возможности, которые перед вами есть. И это, что еще более важно, на самом деле защищает нас от выхода из привычного состояния. И у человека просто эти объяснения, которые я сейчас озвучил, становятся средством защиты. На самом деле это психологическая попытка защитить себя от, с одной стороны, столкновения с реальностью, а с другой стороны, ты защищаешь себя от необходимости что-либо делать. Поэтому уметь раскладывать эти установки, видеть, что за ними стоит, и действовать, исходя из рациональной позиции, а не из каких-то установок, которые были восприняты нами из окружающей среды, это принципиально важно.